КРТИ планирует прокладку трамвайной линии из Рыбацкого в Колпино. Она призвана решить сразу несколько проблем. Уже много лет транспортная инфраструктура Колпинского района не поспевает за жилищным строительством. Даже грядущее расширение Петрозаводского шоссе не сможет решить проблему. КРТИ видит выход в прокладке трамвайной линии, которая свяжет Колпинский район с Большим Петербургом. В настоящий момент ведется разработка градостроительной документации, которая позволит приступить к началу проектирования объекта. Завершить разработку градостроительной документации планируется в первом квартале 2017 года. Предположительно, линия пройдет из Рыбацкого через Усть-Славянку, мимо Металлостроя и квартала «Красный кирпичник» в Колпино. Говорить об источниках финансирования проекта преждевременно. Стоит отметить, что комитет будет пытаться привлечь к участию в проекте, в том числе и средства частных инвесторов.